Количество бездомных в нашей стране растет с каждым годом. Основное число бомжей – мужчины. Среди лиц без определенного места жительства нередко встречаются люди с высшим образованием, а иногда и с двумя. Для этого слоя общества в округе существует социальная поддержка. Кому-то трость нужна, кому коляска. Вот у нас в прокате, в Приморском центре, есть такие технические средства. Поэтому они, как правило, востребованы, и граждане ими пользуются. Медицинская помощь также предоставляется лицам без определенного места жительства. Как правило, у них нет полисов, но в приеме им не отказывают. Основные обращения – обморожение и ожоги. Иногда приходится госпитализировать бомжей и лечить в стационаре. Разграничиваем однозначно, они у нас там не соприкасаются. То есть дурному хороших инвалидов бомжи не научат. Помимо социальных учреждений, бездомным помогает и религиозная организация нашего округа. Обогреть, накормить, сделать документы, оказать реабилитационную помощь. Подход к каждому человеку тут индивидуальный. Всего же за 5 лет в центр обратилось более 800 человек. В основном к нам идут сами. Мы работаем с теми, кто хочет изменить свою жизнь. Поэтому если кто-то находится до сих пор на улице, это те, кто желает жить по-другому. Приют оказывает помощь и иногородним, которые также оказались в трудной жизненной ситуации. Надежда Якушенко, Сергей Удовиченко, Телемикс.